Добрый день, друзья, гости моего канала. С вами Лариса на канале Дивная Птица. Скосили сено. Алексей скосил сено. Уже который день скашиваем им. В обеденный перерыв стоит тележка с травой. Тележка с травой стоит, потому что сейчас овод не дает им. Все эти слепни не дают им толком ходить. Что-то я как не хочу. Зорюшка, куда пошла? Зорюшка, вернись. Вернись. Там загоны закрыты. Загоны закрыты. Они здесь у нас. Вот в тенечке Муська, а Зорька прячется. Да, скажи, а я травку кушаю. Травку кушаю. Вот мы исходим. И малышка, вот она. Малышка. Малышке 28-го было 4 месяца. 5 месяц. Она уже скоро догонит. Она уже скоро догонит свою мамочку. Малышка наша красавица. Малышка красавица. Да? Красавица наша. Ну вот мы раздумываем. Мусю, наверное, выставим на продажу. Муся дает. Ну, 3 плюс. 3,5 плюс Муся дает. Около 4, наверное, 4. Нужно завтра, что ли, взять. Ну, сейчас жарко. Сейчас жарко. И сейчас, конечно, удой они немножко, наверное, подсбросили. День так, день так. У нас сейчас такая жара. Перед этим неделя вообще была 34. Поэтому подсбросила чуть-чуть. И одна, и вторая. Вот так вот ставим тележку травы. Скосили, поставили. Они едят. Ну, а в 4:30, в 5 пойдут на поле. Бегают от оводов. Прячутся. Пробовала я брызгать, и дельцит покупала. Конечно, делать какой-то я не хочу. Какой-то препарат. Там нужно все равно. Я посмотрела по мясу 28 дней выдерживать. Значит, и молоко. Считай, месяц нужно вычеркнуть. Лучше пусть у меня удою упадет немного, чем я вычеркну месяц молоко не пить. Это же не осенью, когда делаешь уже там и удой не такой. И то я делаю и примек обычно от всех этих глистов. Вот она, красотка, лежит. Вот она, как хорошо. Мамка туда зашла. А она здесь лежит, девочка наша. Жоркая девочка. Будет коза, дай боже. Да? Дай боже, будет коза. Вот ее я уж точно не хочу потерять. Вот ее я хочу посмотреть, что с ней будет. Но сейчас мы до августа точно будем пока держать коз. Но вот ее, я думаю, что с ней мороки меньше, не нужно доить пока. Можно растить. Че, сено повесил, водичку поставил. Хочу посмотреть все-таки. Шами, папа ее из усадьбы Белая Коза, Алексея и Лены. Поэтому и Зорька наша, Зорька 3+, когда катилась, давала. Сейчас тоже не замеряла. День так, наверное, даю в одно ведро. Нужно сделать замер. Я замеряла, было 3, когда 3. 3 давала, 3,5 давала Муся и 3 давала Зоря. А сейчас вот нет. Смотрю, я так по ведру смотрю. День 3,5 литра с утра, в обед, ой, вечером 3. 6,5 литра на двоих сейчас. Было 7 литров на двоих. Вот до этой жары. Ну... Для первокотки 3 литра – это хорошо. Это хорошо.
Иди, Вусечка моя, такая красавица, такая она нежная девочка, такая она девочка ласковая, ничего не боится, ничего не боится. Этих внучки вчера отгоняли. Мы сядем возле на поле, они возле нас трутся и с очком. Эти бегут большие. А маленькая ничего не боится. Зорька спряталась. А Ферюга. Вот она. Здрасте. Торчу. Торчу я здесь. Торчу. Потому что в сарае жарко. Ну куда в сарай-то? Тенек. Ну, они прячутся в тенек. А в сарае жарко, поэтому. Поэтому вот. Одна тут лежит. Вторая стоит. Маманя. Маманя. Наша. А Муся в сенечке подъедает травку. Так что так. Козюльки наши. Жарко. Куры вон тоже попрятались под елку. Греймаранши. Греймаранши, толстухи. Толстухи. Но настолько вот иду сыпать им корм. Они под ноги сбивают прям. Вот не дают пройти. Сидят, спрятались под елочку. Хорошо, да? Уже вот утром траву насыпали, уже вся трава пожухла. Жарко очень. Там надо гусиков посмотреть. Сейчас посмотрим с вами гусиков. Петька стоит. Да, Рэмбушка. Рэмбушка. Так. А вы здесь третесь, да? А вы здесь третесь. А гусики, вон они. Так, дорогие мои, вы что там корм рассыпали? Кормушку у них забрала. Этим, как ее. Забрала. О, только что внучка сменила. Вы посмотрите, они покупались. Все грязное. Вот они. Ну, красавцы же, да? Какие красавцы у меня. Какие гуси. Тега, тега, тега. Синёчки. Тега, тега мои. Гуси, гуси. У бабуси. Жили у бабуси. 5 гусей. Да, ребята. 2 месяца 10-го будет водиться. Сейчас я вам поменяю водичку. Купаются водички. Сейчас лейку принесу воды. Барневельдеры все в тенек. Все в теньке. Ну ты что надрываешься, Петя? Петя мой. Картошка уже цветет. Цветет картошка. Вот барневельдерши. Где они тут спрятались? Маленькие. Маленькие барневельдерши. Вот они. Вот эта красотка лишь сидит. Вот она красоточка. А вторая где? А вторая в домике. Вон она. Дивули мои, дивули. Вот красавицы мои. Пойдут. Пойдут к тому Петьке потом. Ну, спрятались. Спрятались, ребята. Девчонки мои. Девчонки красавицы. И мальчишка. Ну, Веснуша. Веснуша моя длинноногая. Длинноногая моя девчоночка. Девчоночка. Сейчас ляжет синёк вот здесь. Ляжет сейчас. Ляжет. Да, моя красотка. Поешь с Мусей. С тетей Мусей поешь травки. Вот такие у нас новости в хозяйстве. Выходим из положения, что на прогулке не доели. Мы им здесь ставим.
красоткам нашим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рада. До новых встреч!